Драгоценные, у нас сегодня вечером начинается серия служений с гостем, который приехал к нам издалека, из мест, которые отличаются от нашего с вами любимого Урала на 12 часов, то есть когда у нас полдень, там полночь, когда там полночь, у нас полдень, все наоборот. И почему я очень рад, что именно этот служитель к нам приехал? Вы знаете, я думаю, вы помните, когда изучали историю в вузах, в школах такое не изучали, нам рассказывали, что история движется по спирали. Помните, нам рассказывали, да? Это диалектика Гегеля. История движется по спирали. То есть человечество поднимается выше и выше, и она как бы возвращается к одним и тем же вопросам, но как бы на новом уровне, поднимаясь все выше и выше. Помните, да? Ну, если не помнишь, все равно кивни, типа, ну, все равно. Помню. Вот. И вы знаете, я скажу вам такую вещь, что мы как христиане, в чем-то для нас это тоже важно. Я иногда замечаю, что есть некоторые темы, которым мы, как бы изучив их, пройдя их, возвращаемся словно на новом витке. Но хотя мы возвращаемся к тем же самым темам, но как бы на другом уровне, с другой зрелостью, в другом нашем возрасте. В последнее время, когда путешествую и общаюсь с разными пасторами, с разными служителями, то невольно возникает тема, которую, казалось бы, мы давным-давно прошли в 90-е годы, в начале. Это тема о церкви. Что такое церковь? Что такое служение в церкви? Что такое быть водимым Духом Святым? И как это быть живой частью церкви? Как это действовать в свою меру? Казалось бы, мы это все давно разобрали. Но вот прошло 20-25 лет с того времени, и я вижу, как мы к тем же самым темам, к тем же самым вопросам снова подходим, потому что те ответы, которые мы когда-то с вами получили в 90-е годы, сегодня нас уже не так удовлетворяют. И мы хотим глубже как бы это постичь. И об этом думают не только пасторы, не только служители полного времени, об этом думают многие-многие христиане в нашей стране. Когда я в прошлом году два раза был в Калифорнии, служил у пастора Александра Шевченко, мы с ним много общались, и мы с ним говорили о церкви. Я вижу, что этот человек, который эту тему осмысляет, он об этом писал книги, он проводил семинары. И тогда я сказал: Александр, я очень хотел, чтобы ты именно с этой темой приехал к нам на Урал, потому что то, о чем ты пишешь в своих книгах, то, о чем ты учишь, я считаю, это чрезвычайно важно сегодня для пасторов, для служителей и для проповедников нашей страны и, в частности, моего любимого города и моего любимого Урала, где я родился, где я вырос. Это наша земля, здесь стоят стопы ног наших, и это благословенное Господом, Бог нас здесь призывает. И поэтому тема собраний, которая будет сегодня вечером, завтра, конечно, больше, вот, и в воскресенье, она будет так или иначе связана с церковью, служением в церкви, с водительством Духом Святым в церкви. Так или иначе это все будет связано с церковью. И я абсолютно убежден, что если мы откроем свое сердце, Бог нам может дать несравненно больше всего, что мы помышляем и всего, что мы ожидаем. Потому что церковь лично для меня, вот это то, что я... Вот в этом году будет 30 лет, в сентябре 89-го года я пришел к Иисусу Христу. В этом сентябре будет 30 лет, как я стал частью живой Церкви Божьей. Это то, чему я посвятил всю свою сознательную жизнь. Я служу в церкви, я очень люблю церковь. Мне очень больно, когда я вижу, когда церковь обманута бывает. Мне очень больно бывает, когда я вижу какие-то проблемы. И, конечно же, мы хотим, чтобы церковь возрастала без пятна и порока, славная, как написано у апостола, столб и утверждение чего? Истины. Столб и утверждение истины. Поэтому я очень рад, что пастор Александр, ты нашел время, ты приехал. И мы не просто тебя ожидаем, мы ожидаем от Господа. Это тема, которую, я знаю, она очень волнует тебя, она очень волнует нас. И мы хотим слышать, мы хотим вместе читать Слово Божье. И я верю, что Бог, Он очень много приготовил для тех дней. Поэтому, драгоценные, давайте так горячо, по-уральски поприветствуем пастор Александр Шевченко.
большое спасибо. Не ожидал, что так много людей в пятницу вечером посетит это богослужение. Для себя размышляя, решил так, в сердце положил. Сегодня максимально просто поделиться темой, как бы вхождением или вступлением в тему, о которой говорил пастор Виктор. Церковь, конечно, это обычные люди, с одной стороны, потому что это люди. Это не здание, это не адрес, это не деноминация. Это люди с определенным статусом. Странно звучит, когда люди говорят, у вас хорошая церковь. Это равнозначно тому, что у вас хорошие люди. А люди воспитываются, люди бывают невоспитанными, люди бывают скупыми, люди бывают духовно богатыми или, напротив, духовно бедными. Такова и церковь. Как семья, это муж плюс жена. Церковь – это Светлана плюс Оксана плюс Виктор плюс Диана плюс Александр плюс Жанна. Вот и церковь. И потому все упирается в вопрос, кто я? Кто я во Христе? Что я из себя представляю? И все упирается в вопрос личной ответственности за общее дело. Насколько я ее осознаю, свою личную ответственность и причастность. Почему написано, если болеет один член в теле или орган, болеет все тело? Это очень просто проверить на обычном организме. Если какой-то орган в теле перестает функционировать, ты теряешь сон, ты теряешь аппетит, ты становишься раздражительным, ты можешь потерять работу, ты практически никому не нужен, потому что, ну, все начинают страдать от тебя. Ты сам страдаешь из-за этого одного органа. Так точно и в теле, где мы функционируем. Потому членство в теле – это не просто состоять в базе данных, заполнить анкету. Это быть активным человеком, на которого рассчитывает Господь, на которого рассчитывает пастор. Это человек, который конкретно понял, обозначил свое место в теле церкви. Но я сегодня хотел бы зайти издалека. Как говорится, с самого начала. Вот если Господь поможет мне сегодня выражать свои мысли, я хотел бы зайти издалека. Разумеется, что церковь, она создана Христом. И Христос сказал, я создам церковь. Это исключительно его создание. Конечно же, он не создавал и не создает церкви так, как создавал весь тварный мир. Когда он говорил, да поплывут рыбы, и поплыли. Да полетят птицы, и полетели птицы. Да произрастит земля зелень, и произвела земля зелень. По слову Господа. Но все, что касалось человека, людей, обладающих свободной волей, здесь все значительно сложнее. И когда Господь сказал, «Я создам церковь мою», Он учитывал живых людей, которые должны будут в силу определенных причин и отношений с живым и истинным Богом сказать Ему «да», покорить Ему свою волю, понимать Его волю, стать одним целым с Ним, когда Он становится главой в самом настоящем, прямом смысле этого слова, когда я остаюсь свободным человеком всегда, у меня и моя воля всегда свободна, и этим отличается духовный мир, в котором правит Бог, от духовного мира, в котором правит дьявол. Потому что у дьявола действительно воля парализована. У дьявола действительно люди в рабстве, в самом прямом смысле этого слова. Господь, наоборот, уважает волю человека, и потому в дьяволе нет ничего привлекательного. Он только порабощает людей обманом, по-другому к нему никто добровольно не придет. В нем нет ничего привлекательного. От Бога же, когда мы познаем Бога, когда мы понимаем Бога,
от Бога никто не уйдет. В этом нет никакого смысла. Потому действительно, весь духовный мир, в котором правит Бог, он абсолютно свободен. А вот мир, в котором правит дьявол, оттуда никто выйти не может без вмешательства Бога, когда Бог силой своей вмешивается и отвечает на крик человека и освобождает его волю и делает снова человека свободным, освобождает волю, парализованную грехом, и человек снова становится свободным. Но интересно то, что как только человек становится свободным, о чем все люди мечтают, все страны мечтают, о свободе слова, о свободе вообще во всех смыслах. Каждый человек, зависимый от алкоголя, от наркотиков, от финансовых каких-то долгов, все мечтают быть свободными. Но как только человек обретает свободу, он не учитывает один важнейший аргумент, который заключается в том, что абсолютной свободы не существует. Когда Христос рассказывал о нечистом духе, который выйдет из человека, и человек освободится от него, и празднует вот эту свободу, то нечистый дух ходит по пустынным местам и ищет снова тело, потому что он дух, ему нужно тело, чтобы творить зло на земле. Пусть это будет тело животного, пусть будет тело человека. И если он возвращается снова к тому же человеку, в котором он обитал раньше, и там, по словам Христа, он находит его чистым, убранным и свободным или незанятым. Вот это вот самое такое тяжелое, странное и опасное состояние. А дом-то не занят, а в нем-то никто так и не живет. И оказывается, что это признак того, что в него снова вселяется злой дух. То есть я полагаю, что абсолютной свободы в отношении людей не существует. Человек должен понимать, что кому мы отдаем себя в рабы, того мы и рабы. И вот здесь начинается самое сложное, потому что мы все свободолюбивы, и нас как бы унижает, когда чья-то воля берет верх над нашей волей. И наше эго, и наше я, и наша самореализация, и наше право на свой собственный выбор – это самая такая горячая точка конфликта даже с Богом. Даже когда мы приходим к Богу и уже веруем, что Он есть, и что Его воля добрая для нас и благая, и что Он любит нас, и эту любовь Он доказал. Но в течение жизни, по моим наблюдениям, это оказывается самой сложной задачей. Постоянное покорение себя воле Божьей. И оно проверяется многократно в течение жизни, и в маленьких, и в больших вопросах. Когда я читал о гефсиманской борьбе Иисуса Христа, я пришел к заключению, что Иисус-то боролся не с Богом. Иисус-то боролся с собой. Самая сложность этой борьбы заключалась в том, что Он хорошо понимал, что у Него есть право избежать страданий и не пить чашу страданий. Он знал, и Петру прямо сказал: спрячь меч свой. Ты думаешь, я не могу сам попросить отца? Ты думаешь, меня лишили выбора? Ты думаешь, мне насильно навязали волю отцовскую? Ты ошибаешься. Отец пошлет мне сейчас же легионы ангелов, и будет так, как я хочу. И вот это, конечно, удивляет даже в отношении Бога, у которого есть определенная воля, но Он не будет ломать человека, и в случае с Иисусом не будет насильно внедрять свою волю в жизни другой личности. Так в чем же тогда состояла борьба Иисуса? А в том, что Он обладал абсолютным правом на свою волю, и в этом мог бы сам Бог Ему содействовать, если бы Он об этом просил Бога. Но он понимал, что не как я хочу, но как ты, не моя воля, но твоя да будет. И это сложный перекресток, и немногие с этим справляются. Поэтому если посмотреть с самого начала, то возникает самый первый вопрос. Зачем Бог сотворил вообще людей?
Понимаю, что вопрос философский, не хочется много буксовать здесь, но вопрос серьезный. Ведь Бог существовал всегда, как мы понимаем. Тем он отличается от творения, что он творец, и он вечен в своем существовании. И вопрос возникает, зачем было Богу творить таких людей, как мы, как я и ты? Зачем? В чем была необходимость? Ведь он знал, что мы доставим ему столько проблем, хлопот. Вот я даже читаю, например, «И воскорбел Бог, что создал человека». Вы когда-то вдумывались в это? Вот кто такой человек по сравнению с Богом? И что этот человек мог такого сделать, чтобы заставить Бога скорбить? Нет, серьезно, кто я в сравнении с этим вселенским масштабом? С этой личностью? И что я могу такое сделать? Какое я вообще должен иметь с ним взаимоотношение, чтобы он так реагировал, какой бы, неважно, какой поступок я совершаю, но чем вызвана такая реакция, такая боль в его сердце и гнев? Мне кажется, что мы реагируем только потому, если это кто-то близкий нам, тогда у нас такая реакция болезненная. Мы на чужих не реагируем, даже если не делают глупости, они нам никто. Поэтому, когда Бог творил человека, я прихожу к заключению, что Он творил из любви человека. Любовь, ее основное свойство, она полностью сосредоточена на объекте любви. Любовь не может жить сама, она не может самолюбоваться. Неинтересно, любовь не может жить. Я думаю, все другие, может быть, какие-то качества, свойства могут существовать без объекта любви. Радость, там, умиротворение какое-то, эйфория какая-то, настроение какое-то, оно еще как-то возможно, я так думаю. Но любовь невозможна. В оригинальном чистом виде любовь начинается не с того, когда меня любят. Меня может любить весь мир. И я при этом буду одиноким человеком и несчастным человеком. Но с момента, как я начинаю любить, вот там начинается любовь. Я это понял, когда держал на руках свою дочь маленькую, и меня накрыло. Я подумал, когда-то меня любили родители, когда-то они радовались, но в моем случае это не была любовь, это была их любовь. Но когда я держал на руках этого младенца несколько месяцев, 2 часа ночи, может, она этого не понимала, но я понял, что любовь начинается с момента, когда я люблю. И я прихожу к заключению, что Бог творил человека, потому что Он отказывается жить в гордом одиночестве, окруженный ангелами, не имея никаких хлопот и проблем, окруженный исключительно совершенными духами, прославляющими Его. Слишком языческое представление о божестве. Вот самодостаточный, самодовольный, исключающий всякие напряжения и проблемы в отношениях. Зная наперед, что человек предаст Бога, что человек уйдет от Бога, не побоюсь сказать, Бог творит человека в определенном смысле равным себе, то есть наделяя его свободной волей. И при этом, зная, что человек его оставит, и зная, что он будет страдать без этого человека, и зная наперед, что он не бросит человека в этой проблеме, и что будет платить очень высокую цену, чтобы вернуть человека к себе, вернуть его доверие, его любовь, что это принудит его проходить такую долину, он все равно творит человека, чтобы царство его наполнилось свободными людьми, людьми, которые к нему придут из любви, понимая, кто он такой, и понимая, кто они такие. И вот он творит человека, и заранее Иисус Христос был предназначенным агнцем. Прежде бытия мира, это, конечно, тоже шокирует и удивляет, вообще знать,
как будут развиваться события. Только представьте, например, вы знаете, что в 50 лет, там, на 4-м месяце, на вторую неделю 4-го месяца вам придется пережить сложнейшую операцию или, там, не знаю, мученически умирать. Уже вся жизнь превращается в муку. Где-то у Макаревича есть такие хорошие слова, где он говорит, вот этот вот сук, и эта осина, где Иуда прервет свой род, до чего же невыносимо знать ход вещей наперед. Это действительно очень сложно, мы просто мало об этом размышляем, но представьте себе Христа, который знает наперед, что его ожидает такая участь. Мы просто смотрим, там он в славе, его славят ангелы, а вы вообразите, как вообще существовать, зная наперед, что предписано тебе совершить, чтобы вернуть людей. Опять же, это мы размышляем отсюда, с земли, и мы ему сочувствуем и сострадаем. Когда мы размышляем оттуда, с позиции любви, я думаю, там по-другому выглядит. Я думаю, что он говорит, как я желал бы, чтобы этот огонь уже возгорелся. Он прямо рвется туда, как он однажды сказал о беременной женщине. Он сказал, что вот как женщина, она должна родить и не избегнут. Он употребляет такой термин. Она не может этого избежать. То есть женщина сознательно идет навстречу боли, потому что это дорога в одну сторону. И она понимает, что она сейчас терпит скорбь, но после она уже не помнит скорби из-за радости, потому что родился человек в мир. И вот мне приходилось два раза быть при родах своих детей. Я понимаю, как интересно устроена женщина. Какое удивительное вот это вот, это мой сын, это мой ребенок. Как она мужественно идет навстречу огромным страданиям, потому что по-другому ребенок в мир не придет. И когда я думаю о Боге, мне кажется, что он просто торопил эти события. Он понимал, что это дорога в одну сторону, другого пути не существует. Опять же возникают вопросы. Хорошо, но если ты всемогущ, ты что, не мог найти никакой другой модели, никакой другой формы, обезопасить этого человека, предостеречь этого человека, неужели нет другой формы, искупить хотя бы этого человека по-другому, неужели в твоей такой находчивости нет никакой другой формы? Я опять упираюсь в любовь. Любовь не аксиома, она доказуема. И Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Мне кажется, это ключевой аргумент. Любой человек на земле, он начинает сомневаться, что есть такой степени бескорыстная любовь. Будут возникать обстоятельства, будут страдания, будут скорби, будут искушения. И у человека всегда будет возникать сомнение, любит ли меня Бог. Всегда. И дьявол будет бить в эту область очень часто. Во время любой нужды, во время любой ситуации сложной, он будет постоянно бить в эту область. Ты что, думаешь, Бог тебя действительно слышит? Он тебя действительно любит? Поэтому нужно было каким-то образом убедить каждого из нас, что любовь Его совершенно есть, и Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Оказывается, это очень важно быть укорененным в этой любви, потому Павел сказал, что ни скорбь, ни нагота, ни никакие силы, ни ангелы, никто не сможет отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. Итак, вот это вот форма отношений, если уже сегодня о нас говорит, форма отношений с Богом, она построена на вот этой вере. Вера в то, что есть Бог, и вера в то, что Бог в нас заинтересован. Вера – это не просто как определенная религия, не знаю, свод правил каких-то. Это потом все уже обрастет такими определенными преданиями, традициями, какими-то рельсами такими, на которых бежит этот трамвайчик вот, протестантизма или христианства в широком смысле слова, там где-то иудаизма, буддизма, там, не знаю, ислама. Но Бог, мне кажется, Он это все не рассматривал. Эти все надстройки, они возникли позже. И они очень часто нам мешают.
Это шоры определенные, которые не дают нам строить вот те самые живые отношения с Богом. Мне думается, что Бог всегда предполагал вот именно такую форму отношений. Во-первых, она должна быть личной, без посредников. Человек не должен опираться ни на священника, ни на обряд крещения, ни на какие-то одноразовые акты. Вот заметьте, чем более человек религиозен, тем больше ему нужны эти костыли и подпорки. Тем больше он опирается. Двое персти или трое персти, там, да? Ты ходишь так или так ходишь? Ты там, не знаю, так веришь или так веришь? Это все подпорки определенные. Это признак недостачи веры. И люди собирают вот эти все моменты и рассчитывают, что они им помогут. Им нужно на что-то опираться. Но Бог всегда рассматривал форму отношений. Это вера, это доверие. И он понимал, что вере тоже нужны основания. Вера не может быть беспочвенной. Она тоже производная определенных отношений. Конечно же, понимал. Мы же строим отношения с личностью. Мы же не просто навязываем определенную религию, что ты родился в христианстве, и ты по умолчанию уже христианин, там православный или кто. Да нет же. Первое, что меня шокировало при исследовании Библии, что Авраам был отцом веры для всех народов, образец до настоящего времени. А потомки его не вошли в обетованную землю из-за неверия. Я подумал, ты представляешь, как так случилось, что Бог взял его потомку, включил в завет свой, но потомки оказались людьми неверующими. И вот это выявление верующих из общей массы, выявление верующих среди неверующих происходит уникальнейшим образом. Второе, Коринфянам 5 глава повествует, 5 раз употребляется слово «все они», то есть о еврейском народе идет речь, «все они прошли сквозь море», то есть имели одинаковый опыт сверхъестественного. Все они ели одну и ту же духовную пищу, то есть программа общая. Все были свидетелями такого чуда. Все пили одно и то же духовное питье. Все видели Моисея, крестились в Моисея, все видели облако, все. А дальше, но не о многих из них благоволил Бог. И дальше стоит слово «некоторые», и несколько раз повторяется. То есть, вот как мы выясним из среды всех вот некоторых? А вот некоторые начали роптать. То есть, как бы Бог сказал: «Хорошо, вот я сделал все, чтобы они поверили». Я еще 400 лет назад предсказал их отцу Аврааму, что они будут в рабстве. Ну, хотя бы это должно быть для них веским аргументом, что я наперед, на столетия вперед вижу судьбу этого народа, что потом через 400 лет я их выведу. Потом Бог выводит их такой силой, чудесами и знамениями, питает их, одевает их. И потом всего на несколько суток не дает им воды. И начинают выявляться люди неверующие. И вот это вот удивляет. Вот это вот удивляет. Я не умею это объяснить, я не знаю. Но мне кажется, что Бога ничто так сильно не ранит, как вот это неверие. И ропот в этом случае – это озвученное неверие. То есть вот нужда любого характера, сложная ситуация – это всегда проверка на предмет доверия Богу. И какие же были версии у израильтян, когда не было воды? Представьте, что это, во-первых, Бог делает. Вообще все делает Бог. Вообще Бог над всем. Абсолютно над всем Бог.
Довольно часто, оказываясь в ситуации, где, например, ко мне проявляли люди большую несправедливость, я садился в машину и говорил: ну хорошо, допустим, этот человек подлец, допустим, он последний негодяй, да не допустим, а это так. Но есть же Бог на небе. Нет, Бога же никто не убрал с престола. Нет, ну Бог же не закрыл глаза на ситуацию. Это я так собой сам размышлял. Хорошо, но есть же Бог на небе. Но Бог же видит эту ситуацию? Разумеется, видит. Хорошо, Бог может вмешаться в ситуацию? Разумеется, может. Хорошо, Бог может за меня заступиться? Разумеется, может. То есть нельзя ставить под сомнение участие Бога, присутствие Бога в нашей жизни. Если же Бог на месте, тогда это либо проверка моей веры, либо в этом есть какой-то высший смысл. Я никогда не рассматриваю варианта, что обстоятельства или отдельные злые люди взяли верх над Богом. Это вообще не вариант. Как такой вариант можно рассматривать? Получается, мы читаем в Ветхом Завете, что Господь кормил людей манною и томил голодом, чтобы испытать, что в сердце этих людей. А как ты по-другому проверишь, что в сердце у человека? А вот Бог не дает им воды сутки. Вторые сутки. И начинаются вот эти вот предположения. И они звучат совершенно дико. И люди начинают говорить: наверное, он вывел нас сюда погубить. Хочется спросить: вы серьезно или вы шутите? Ему вообще что, делать нечего? Вот выманить вас, совершить столько чудес, славы, чтобы вас здесь погубить? То есть Господу это очень неприятно и больно слышать. Он все равно совершает чудеса, все равно скала дает воду, и он ведет людей дальше. И я просто думаю, почему Иуда так написал, что Господь, избавив народ израильский из Египта, потом неверующих погубил. Тот же Бог, который избавил весь свой народ, в среде этого народа всех неверующих погубил. Потому что это большая проблема, что люди через жизнь так и не научились доверять Богу. И хотелось бы сегодня, в оставшееся время, просто хоть какие-то вот выявить закономерность, хоть то, что я понял на своем веку, вот что такое вера. Потому что без этих живых взаимоотношений с Богом ничего другого построить не получится. Что бы мы ни строили, ни в личной жизни, ни в нашей коллективной церковной жизни, я считаю, ничего не получится. Мы живые камни. Петр сказал: вы сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный. Еще раз, можно повторить? Вы сами, то есть вы живые люди, из себя устрояете дом духовный. Потому кто я, какой мой статус? Я составляющий элемент, я часть какого-то важнейшего духовного строения, в котором обитает Бог. Это люди с особенным статусом. Этим статусом этих людей наделяет Бог. Никто никаких сертификатов не выдает, никаких гарантий не требуется, никаких костылей, подпорок не нужно. Это все признаки, опять же, недоверия. Никаких ручательств не нужно, ничего не нужно. Дух Божий должен свидетельствовать Духу нашему. Вот это единственная форма, которая меня лично удовлетворит. Я успокоюсь, когда Дух Божий произнесет личное свидетельство моему Духу, что я ему угоден, что у нас есть личные взаимоотношения. А это исключительно между Богом и мной. Это и есть мистика. Мистика наших отношений. Так вот, что я лично думаю, что Господь предпринял много разных путей, чтобы насадить во мне веру. Он понимает, что во мне есть разум, есть логика, что я ищу основания своей веры.
И вот я прихожу к заключению, что вера, она не беспочвенна. Я должен стать на твердые и прочные основания. И апостол Павел сказал, мы утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, имеется в виду нашего спасения. Так вот, мы утверждены прежде всего на основании апостолов и пророков. Маленьким детям начальные шаги люди делают. Им нужны чудеса. Им нужны элементы сверхъестественного. Но настоящее основание, оно не на сверхъестественном строится. Есть более серьезные пути укоренить людей в вере. Я это вам докажу. Например, в еврейском народе были священные писания, были так называемые великие пророки. Это Исаия, Иеремия, Иезекииль, Давид, Самуил, Моисей. Это действительно глыбы. Это люди, с которыми Бог разговаривал на «ты». Это не вымысел. Это настоящие люди, столпы этого общества, этого народа. И представьте себе, что заявил апостол Петр. Он сказал, все пророки, сколько их ни говорило, предвозвестили дни сии, имеет в виду дни Иисуса Христа. И они предвозвестили Христовы страдания и последующую за ними славу, потому что в них вещал сущий Дух Христов. Я не оговорился. В пророках вещал Дух Христов, предвозвещая, то есть возвещая наперед за 700 лет, за 500 лет, за 400 лет Христовы страдания и последующую за ними славу. И в каких же деталях возвещали эти пророки? В тончайших деталях. Зачем? А затем, когда это будет сбываться в жизни одной и той же личности, условно говоря, каждый новый день, то люди, читающие Писание в синагогах, должны были в нем распознать самого того Мессию, о котором говорили их пророки. И что же было предсказано? Богословы, документалисты утверждают, что до 400 тончайших деталей предсказано пророками. Пророками, которых не вырвать из текста. Например, Давид пишет, «Пробили руки мои и ноги мои». Казнь эта не существовала в дни Давида. Она пришла от персов где-то за 100 лет до римлян и до рождения Иисуса Христа. То есть раньше людей так не казнили. Давид то пишет от первого лица, как будто о себе. «Пробили руки мои и ноги мои». Потом он дальше продолжает, Давид, что «ты не оставишь души моей в аде, и ты не дашь святому твоему увидеть тление». Я повторяюсь, Давид то пишет от первого лица, но Петр, когда встал перед тысячами израильтян и сказал, «слушайте, Давид, будучи пророком, не о себе писал. Если бы он о себе писал, то он, наверное, бы жил. Но он похоронен у нас, и гроб его у нас. И он почил. Но зная, что Бог с клятвою обещал Христа от чресла его, Давид предвозвестил, что душа его, то есть Христа, не останется в аду, и плоть его не увидит тления». И что делали апостолы? Потому что мы утверждены на основании пророков и апостолов. Что делали апостолы? Они преломляли вот эти все пророчества с удивительной точностью. Потому что было предсказано, что Христа продадут за 30 серебряников. И надо же, никому в голову не пришло, когда торговался Иуда с первосвященниками, что они сошлись на 30 серебряниках. Несмотря на то, что прошли столетия, были денежные девальвации, менялось это все много раз. Надо же сойтись на 30 серебряников. Потом было предсказано, что
человек, который его предаст, этими деньгами не воспользуется, что он покончит с собой, что на эти деньги купят землю, не просто землю, а землю горшечника. Было предсказано, что кость Христа не сокрушится, и хотя висели трое этих людей, оба их кости переломали, чтобы быстрее они умерли через удушье. У Христа костей не переломали, что об одежде его бросают жребий, что несмотря на то, что он к злодеям причтен, он будет похоронен у богатого. И надо же, приходит какой-то человек из Аримафеи, никто и не знает, кто он, и хоронит его в богатой гробнице, дорогой, где никто никогда положен не был. И множество таких деталей для того, чтобы обосновать веру еврейского народа в его божественность. Но у них всегда этот диалог был очень сложным. Они Христа любили, Он им нравился, Он их исцелял, Он их кормил, Он освобождал их от злых духов. Все было хорошо, если бы не вот эти странности. Когда Он заявлял: «Я есмь сущий, прежде чем был Авраам, я есмь». И их клинило. И они говорили: «В тебе бес. Тебе нет 50 лет, и ты говоришь, ты видел Авраама». У них никогда не получался диалог на эту тему. Возникает серьезный вопрос к Иисусу. Зачем ты их злишь? Это что, так важно? Что ты хочешь им доказать? Это так важно, что ты хочешь доказать, что ты существовал в веках, что это Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, внимание, принят верою в мире. Это что, все такие важные элементы, что он обязательно должен принять верою? Разумеется, разумеется. То, что Бог явился во плоти, это факт неоспоримый. А вот принят ли он верою, в моем частном случае, принципиально важно. Потому что это напрямую влияет на мое личное спасение. Является ли он моим личным спасителем? Потому проделана колоссальная работа, и Христос много раз, различными путями, я больше об этом буду говорить в воскресенье утром, у меня просто горит это в сердце, показать по Писанию, может, около 20 текстов, я их выбрал. Каким удивительным образом Христос это доказывал. Например, один быстрый случай такой. Вот он приводит, скажем, притчу о богаче и Лазаре. И он говорит, что вот жили эти два человека. Один богато жил, пиршествовал каждый день, а другой сидел у его ворот. И так продолжалось долгое время. И умер этот бедняк, отнесен ангелами на лоно Авраама, но там уже никто не видит, кто его, куда отнес. Это уже тот мир, это уже тот мир. А умер и богатый человек, его пышно похоронили в этом мире, а в том мире он оказался в муках. И он увидел этого знакомого Лазаря, которого видел каждый день возле своих ворот. И он увидел этого бедняка на лоне Авраамовом и стал разговаривать. И говорит: поскольку утверждена великая пропасть, и хотящие перейти не переходят уже, это уже навсегда, это уже бесповоротно. Он начинает просить Авраама: умилосердись, у меня остались братья на земле. Со мной все понятно, моя участь определена навеки, она ужасна, я мучаюсь в пламени сём. И даже язык мой остудить уже не получается, пропасть слишком высокая. Мою участь уже не изменит, но у меня есть братья, смилуйся, пошли этого Лазаря, они его узнают, они поймут, что человек вернулся с того мира. Они его узнают. Он сидел годами возле моих ворот. И вот когда он придет из этого мира,
и расскажет, в каких условиях я нахожусь и в каких условиях он находится, то хотя бы братья мои уверуют и не попадут в это место мучений. И теперь смотрите, что отвечает Авраам. Вот здесь нужно двойное внимание, потому что оно имеет отношение ко всем нам, живущим на земле. Авраам отвечает: нет, не уверуют. Даже если из мертвых воскреснет, не уверуют. Изумиться могут, удивляться будут. Будут версии разные ходить, бродить, но не уверуют. С Авраамом спорить не надо, тем более с Христом. Он приводит эту притчу, он точно знает психологию людей. Не уверуют. И дальше самое главное, что говорит Авраам. У них есть Моисей и пророки. Пусть к ним обращаются. И пусть веруют в них. И если бы они веровали Моисею, то они поверили бы и мне, говорит Христос, потому что Моисей писал обо мне. Следовательно, что касательно еврейского, прежде всего, населения, почему я иудаизм так называю, как Бермудский треугольник? И это огорчает некоторых людей. А потому что, с одной стороны, это вот три таких грани в нем. С одной стороны, это пророки. Их не выбросить. Слов из песни не выбросить. Мы говорим о сотнях конкретнейших аргументов, обозначающих приход Христа. Слов не выбросить. С этим надо что-то делать. Второй аргумент – это показания апостолов. Их было очень много. Они были очевидцами и свидетелями, как эти пророчества в точности сбывались. Этих людей были сотни, а может и тысячи людей, которые были очевидцами. И Павел, когда говорил с Фестом или за Гриппой, сейчас точно не помню, он сказал: слушай, это не в углу происходило. Мы ничего не придумали. Вы все видели и знаете, что происходило. Это второй аргумент, куда деть факты. Потому апостолов называли всесветными возмутителями, потому что в какую бы синагогу они ни входили, какие бы тексты пророческие они ни открывали, они просто проводили параллели. Они ничего другого не делали, они проводили параллели. Вот что сказал Давид, вот о чем писал Моисей, вот что имел в виду Самуил. И третий аргумент – это сам Христос. С ним надо что-то делать. Он камень. И вот эти строящие, вот эти начальники, вот эта элита духовная, по идее, должны были его узнать. Но вот этот камень, который Бог положил в основание строения, во главу угла, на котором должно все здание стоять, они его выбросили. А он для нас, верующих, драгоценность. А для неверующих камень, который выбросили. Не признали, потому он такой камень, что если кто-то на него упадет, тот разобьется. Если он на кого-то упадет, то он того раздавит. То есть встреча с Христом не оставляет никого без последствий. Не тот случай. Обойти не получится, промолчать, ускользнуть от последствий не получится никому. Должна быть реакция. Поэтому весь мир действительно делится. Либо люди принимают, покоряются, либо люди гонят его. Кстати, со временем я прихожу к выводу, что все гонители Христа, они тоже веруют. Они неравнодушны. Но почему-то они сознательно встают в позу и предпочитают лучше сохранить традиции, лучше сохранить тот же иудаизм. И знаете, что меня сильно шокирует в этом всем?
Когда Стефана побивали камнями, и за несколько, может, там мгновений или минут до того, как он перестал уже дышать и испустил дух, он произнес сильнейшие пророческие слова, то есть чистые слова из сердца самого Бога. Он был исполнен Духа Святого. Значит, к этим словам стоит прислушаться и доверять им однозначно. Что же сказал Стефан в своей последней речи? Он, когда смотрел на этих людей, агрессивно настроенных, а агрессия была вызвана ничем иным, как в ответ на то, что Стефан сказал: вот я вижу престол Божий, сидящего на престоле, и вижу Иисуса, и все, у них сорвало крышу, как мы выражаемся. То есть они в Бога веровали, Бог для них отцы, это все как бы понятно, но Иисус здесь лишний, его нельзя здесь никак, нигде, его здесь привязывать нельзя, он не из наших. И что сказал Стефан? Стефан сказал: вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Отцы ваши убили предвозвестивших пришествие праведника, то есть пророков, убийцами которого, то есть праведника, сделались вы ныне. То есть он сказал, что вы и отцы ваши всегда противились Духу Святому. Я не боюсь это повторять, потому что это сказал Стефан. Что он сказал? Вы и отцы ваши, вы всегда противились Духу Святому. Остается выяснить одну важную деталь. Кому он это говорил? Евреям. То есть это евреи убивали пророков. А пророками кто был? Тоже евреи. Все пророки, вот, о которых мы читаем, все до единого евреи. А Стефан кто? Да еврей. А Иисус кто? Тоже еврей. Апостолы все, то все евреи. Получается, что все еврейское население тоже всегда делилось на две принципиальные группы. Всегда, повторяю, не только во дни Христа. Но всегда все, что делал Дух Божий, все, что Дух Божий предвозвещал, все пророки, в которых вещал Дух Христов, всегда была реакция. На всю Божью работу через историю Израиля всегда была реакция. И одни люди убивали предвозвестивших пришествие Христа, а другие, наоборот, веровали и уповали на Христа ранее. Поэтому это как бы одна область очень интересная и очень важная. У нас мало времени осталось. Я хочу ближе подойти, каких-то 10 минут мы подойдем к молитве. Что хотелось бы сказать уже в дни Христа и в наше время? Как выглядит вот это все сегодня? Каким образом мы сегодня основываем свою веру на Христе? И, как я сказал, вера, она не сама по себе возникает. Это не просто отдельные люди, счастливчики. На них вот не спал такой дар веры. А другим вот не повезло в жизни, ну вот не сложилось. Вот как Кальвин в своих крайностях такого экстремизма дошел, что вот есть люди определенные, и просто Бог суверенный выбрал их к вечной жизни, а других определил на вечную погибель. И все, не надо здесь много философствовать. Я лично так не думаю. Я не считаю, что это правда. Вера, она от слышания. А слышание от Слова Божьего, не я сказал. Получается, что без слышания не может быть веры. Если точно, буквально следовать вот этому определению апостола Павла, когда он показывает, что вера – это ответная реакция человека. Без слышания не может быть веры. И мы многие, вот это, к сожалению, звено упускаем. Способность слышать Бога. Способность слышать не человека. Люди могут многое говорить, и хорошо говорить, или плохо говорить, и увлекательно говорить, и убедительно говорить. Но вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего.
И вот это вот чудо, вот это таинство, когда человек в определенный момент слышит, что говорит Бог, что говорит Святой Дух. Я считаю, это точка отсчета любого духовного процесса. Без этого ничто духовное, которое производит Бог, не происходит. Любое чудо, маленькое или большое, любой духовный плод, который мы приносим, любое начало церкви, любая миссия, любой поступок богоугодный берет начало со способности человека услышать, что Господь говорит. И чем ближе человек подходит к Богу, чем ближе они сближаются в взаимоотношениях, тем больше у человека шансов и возможностей слышать Бога. Тем больше у человека шансов угодить Богу и принести духовный плод. Потому что плод духовный – это результат сотрудничества, лозы и ветви. Вот ветвь, она на лозе. А гроздь растет на веточке. И вот сок лозы, он поступает в веточку. И Христос сказал, без меня вы не можете принести никакого плода. Вы ничего не можете делать без меня. И он так сделал, что не хочет без нас делать. Он хочет через нас делать. Вот он хочет, чтобы мы были частью того, что он делает. Я считаю, это знак огромного уважения к человеку, что он, вот он хочет, чтобы люди, то есть такие обычные люди, как ты и я, мы были частью того, что он делает. Может ли он это сделать без нас? Да, но не хочет. Могу ли я это сделать без него? Даже если бы хотел, не могу. Не могу. Не могу. Может ли он это сделать без меня? Да, но не хочет. Не хочет. Я когда вот смотрю, меня это удивляет. Вот Господь наблюдает за эфиопом, который едет в Иерусалим из Газы и что-то ищет. Вот он как-то на своем уровне созрел, он на праздники ездит, но ничего же не понимает. И казалось бы, Господь, ну открой ему глаза. Ну открой ему глаза к уразумению Писаний. Нет, надо же, в то утро Господь берет и говорит Филиппу, иди на полдень без объяснений, на полдень. То есть он берет, употребляет Филиппа, ему нужен Филипп. И Филипп идет на полдень. Потом он говорит, на дорогу, которая пуста. Более конкретно, он идет на дорогу, которая пуста. Потом там проезжает, наверное, не одна колесница. Все-таки дорога. А вот той колесницы. Нет, нет этой. Вот той, к следующей. Да, к той. Что? Пристань к ней. Попросись. Взойди на эту колесницу. Человек до сих пор не знает, что это и зачем и куда. Но Бог его вовлекает в важнейший процесс. Когда он восходит на колесницу, его пустили, и человек читает книгу пророка Исаии, и надо же, читает место ключевое, главное, что он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наше, наказание мира наше. Он говорит, ты понимаешь, что ты читаешь? Он говорит, как я могу понять, если мне кто-то не объяснит? И вот меня удивляет Господь. И Филипп отверз уста, и теперь уже и Филипп понимает, вот оно что. Как оно все сходится. Все, что видит Бог, все, что делает Бог, и он меня вовлекает в это. И человек переживает крещение водой и крещение духом и продолжает путь, радуясь. Историки говорят, что огромное количество людей в Эфиопии пришло к вере через этого человека. Или Корнелий молится в своем доме, ему является ангел. Ничего не говорит Корнелию в отношении спасения. Дает адрес и говорит, вот по этому адресу гостит
человек по имени Симон. Позови его. Он скажет тебе слова, от которых спасешься ты и твой дом. В то же самое время Симон, выросший в еврейских традициях, никогда не садился за стол с язычниками, а тем более с оккупантами, потому что Корнилий был военным человеком, который оккупировал Иудею. Петр бы никогда эту границу не преодолел. Даже Богу понадобилось 3 раза повторять процедуру. Он 1 раз опускает полотно, и голос говорит Петру: рано утром заколи и ешь. И Петр вступает в спор с Богом, потому что у него за плечами традиции и знания еврейской культуры. Я никогда ничего нечистого не ел. Это что-то не то. Ты не можешь сам себе противоречить. Ты же сам запретил этих животных употреблять в пищу. Ты меня искушаешь? Нет. И полотно поднялось на небо. 2 раз опускается полотно. Что Бог очистил, не считай нечистым, заколи и ешь. Петр 2 раз возражает. И так было 3 раза. И человек не понимает, что происходит, пока не стучат в дверь люди, пока его не зовут, пока он не приходит, и пока он не становится свидетелем огромного чуда спасения многих людей. Поэтому я говорю, что Бог вовлекает человека в свою работу на земле. Он бы мог это делать силой ангелов, Духа Святого, но вот это уважение к тем людям, которые слышат его голос, меня сильно воодушевляет. Он просто желает, чтобы человек был частью того, что делает Бог на земле, чтобы это была общая программа, чтобы я был причастен к тому, что делает Бог. Меня это восхищает. И последние несколько текстов. Вот когда мы читаем послание к римлянам, послание к евреям, 11 главу, там самое частое слово «верую», «верую», «верую». Самое частое слово. Очень хорошо взять карандаш и просто выделить это слово. И дальше, после слова «верую», то есть это склонение, да, слова «кем», «чем», «верую», дальше стоит глагол. Везде, после слова «верую» стоит глагол. Везде, можете проверить. Верою перешли море, верою совершили Пасху, верою совершили пролитие крови, верою Сара получила силу к принятию семени, верою Авраам оставил Ур Халдейский, верою Авель принес жертву. Действие, глагол стоит, да? Действие. Но все эти действия вызваны верою. Никакого... вот это самодеятельность. Это не подвиги отдельных людей. Они бы никогда не вошли в эту галерею, если бы это не было вызвано верою. А вера откуда? А вера всегда была от конкретного послания, от конкретного слова. Всегда. Это начало. Но и получив откровение о том, что еще не было видимо, верою построил ковчег. Это точка отсчета, это наш берег. Без этого откровения нет ни веры, ни ковчега. Это откровение – начальный этап. Потом Ной встает, берет топор, идет в лес рубить деревья. И это делает очень долго. И Сара, которая ждет ребенка, и она уже в возрасте понимает, что все уже давно закончилось, но с другой стороны знает, что верен обещавший. И вот как оно работает? И когда в очередной раз Господь приходит к Аврааму в лице 3 странников, и так легко, так просто говорит: кстати, ты же не забыл, у тебя сын будет. И звучит уже как издевательство. Время работает против нас. Я не забыл. Но... И Сара это слышит и смеется. И мне кажется, она не над Богом смеялась. Знаете, это когда люди от усталости уже, вот, это какая-то форма уже истерики.
когда человек и плачет, и смеется одновременно. Мне кажется, она была уже такой сломленной, да. Она смеется, смотрит на себя и не знает, как это воспринимать. И что говорит Господь Аврааму? Через год я буду опять у тебя, у Сары будет сын. И вот я думаю, что здесь что-то вспыхивает. Здесь уже сроки названы. Если ребенка мы вынашиваем 9 месяцев, значит, у нас есть 3 месяца забеременеть. Я не хочу быть фантазером, но мне кажется, что вот Сара, она пережила вот то, что мы называем сошествием Духа Святого. Вот эта женщина, да. Она снова была с Авраамом. И это вот тот самый момент чуда, когда она верою получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, потому что знала, что верен обещавший. И можно сейчас останавливаться на любой иллюстрации вот таких ветхозаветных образов или новозаветных образов, которых тоже достаточно много. Один только приведу, и мы будем молиться, где, скажем, женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, издержала все свое состояние, серьезно, хотела выжить, выздороветь, вылечиться, и пришла еще в худшее состояние. То есть полное отчаяние. Все, что могла по-человечески, попробовала. Я не знаю, вы обращали внимание или нет, но однажды Дух Святой обратил мое внимание на вот эту фразу. Однажды она сказала сама в себе. Если я к нему прикоснусь, я выздоровею. Вот мне кажется, это была реакция ее, вера ее как реакция. Это невозможно сказать, вот давайте все скажем, как она сказала. И нам часто навязывают вот эти формулы. Ты исповедуй так, как она вот сказала, или как он сказал там. Это какой-то очень сокровенный, очень личный момент. Ты можешь до этого говорить сколько угодно и после этого говорить. И это какой-то личный момент в результате каких-то размышлений, сидя одна, понимая, что жизнь угасает безвозвратно. Может, она за ним наблюдала, может быть, не это зрело. Может быть, очередной рассказ какого-то человека. Может быть, может быть, может быть. Но вдруг она сказала, вот что надо сделать. Если я к нему прикоснусь, я выздоровею. А дальше уже не столь важно. Дальше детали. Надо просто добраться до него и прикоснуться. Чудо берет начало изнутри, не извне. Когда мы бегаем по большим конференциям и ждем, чтобы самые помазанные люди положили на нас руки. Но. Оно берет начало изнутри. Я же говорил, что Бог заинтересован вовлечь нас в процесс. В этом самый большой интерес Бога. Его интерес не в том, чтобы мы присели на какой-то конвейер отдельных помазанников и только за ними ездили, и только от них зависели, и только они были нашим вектором духовным, который постоянно нас куда-то направляют. И мы без них никуда. Я убежден, что Бог ревнует. Бог ревнитель. И Он не отдаст своей славы ни одному человеку. Он не согласен на это. Мы все должны быть в определенном смысле слова детоводителями ко Христу, подтолкнуть, а дальше человек должен идти со Христом. И что интересно, эта женщина, добравшись до Иисуса Христа, даже не спросила у Него разрешения. Она даже не попросила помолиться за Нее. Она просто к Нему прикоснулась и ощутила, как исцелена от болезни. В этот же момент Иисус ощутил, что сила вышла из Него. И Он остановился и спросил, кто ко мне прикоснулся? Для людей это непонятно. Они говорят, в смысле, тысячи людей к тебе прикасаются постоянно. Нет. Нет, здесь кто-то ко мне прикоснулся по-другому. Нет, я чувствовал, как сила вышла из меня. Женщина поняла, что о ней речь. Она упала перед ним на колени, и он ее увидел.
И все увидели. И он сказал ей: женщина, дерзай, не бойся, вера твоя спасла тебя. Меня это в Христе часто удивляло. Он даже не на себя показывал, он всегда говорил: вера твоя. То есть с Христом все понятно. Он источник мудрости, он источник жизни, он жизнь и воскресение. С ним все понятно. Есть другая сторона вопроса, потому он всегда говорил: вера твоя спасла тебя. Ты можешь веровать? Дочь твоя будет здорова. Ты можешь веровать? Господи, помоги моему верю. Все возможно верующему. Сколько ни будь, если можешь веровать, веруй. Поэтому это такой обоюдный процесс. С одной стороны, познание Христа, кто Он, удостоверение в этом. И с другой стороны, все-таки Его определение, Его голос, определенный голос. Мы не можем Христом управлять. Мы должны просто принять Его волю о нас. И когда Петр сказал ему: все отрекутся, я не отрекусь. Вот чем больше я, Христос говорит: да, ты так думаешь? Три раза отречешься. Вот петух споет, и ты поймешь, что ты уже третий раз от меня отказался. И что меня удивляет, Христос даже не молился, чтобы Петр устоял. Надо было пройти такое, чтобы понять, что есть пределы тебе, есть Божье определение, и Бог определил тебе пройти вот такое. Но Христос говорит: я тебе молился, чтобы вера твоя не оскудела. Это о чем? Но чтобы ты встал, чтобы ты обратился. Потому что в случае с Иудой веры не хватило. Он понял, что такой негодяй, как он, жить недостоин. Что Бог его не простит. Так за что Христос молился? За то, чтобы Петр после всего, что произойдет, все-таки не засомневался, что Бог его простит. Оказывается, это сложно. И когда Христос сказал Петру, какой смертью Петр прославит Бога, то Петр уже не сопротивлялся. Он понял: так определено, и это надо принять. И Петр уже не воевал с этим. Он там не исповедовал, что он прорвется, что он выживет, что он сможет, он преодолеет это. Нет, он понял, что такова его участь, так определено от Бога. И он просто это принял. Как ему Христос сказал: когда ты был молод, ты ходил куда хотел. Вот это наша молодость. У нас очень много своеволия. И мы пытаемся и Бога как бы нагнуть: давай, работай на мою мельницу. Но когда ты повзрослеешь, когда ты взойдешь в зрелое время, тебя поведут, куда ты по-человечески не хочешь. Но таково мое определение. И мне кажется, что Петр с этим согласился, потому даже когда его держали в цепях, пытаясь на утро казнить, он спал. Он спал. Ангел пришел, его разбудил. То есть Петр действительно принял свою такую участь, определенную Господом. Это вера. Вера не тогда, когда мы диктуем Богу, что Он должен делать. Вера – это тогда, когда Бог говорит нам, что Он определил для нас, и мы это принимаем, зная, что это лучшее, что есть для нашей жизни. В этом вся разница. В этом вся разница. Поэтому я просто хотел поделиться вот этими своими какими-то наблюдениями, переживаниями, чтобы помочь нам, наверное. Вот Есфирь идет к царю. Она знает, что идти не должна туда, что это против закона. Но она говорит: давай будем поститься, молиться, но если мне погибнуть, я погибну. Но я пойду. То есть она понимает, что исход может быть разным. Но я иду. Может ли Бог сделать чудо? Да.
Сидрах, Месах и Авденаго. Наш Бог сильный из печи спасти, но если этого не произойдет, это ничего не меняет. Бог по-прежнему сильный, и мы все равно истукану Твоему не поклонимся. Это вера. Это вера. Как бы ни развязались обстоятельства, Бог остается Богом, и Он участвует в нашей жизни напрямую и прославляется через нашу жизнь, когда мы принимаем все, что Он определил. С чего началось богословие Иова? Бог дал, Бог взял. Без вот этого понимания, что Бог дал, у нас будут всегда претензии к Богу, почему ты взял мою жену, почему ты взял моего ребенка, почему ты забрал мое здоровье. Как будто это мое. Все начинается с того, что это дал Бог. Однажды я был в интернате для умственно отсталых детей и смотрел, как эти 16-18 лет девочки и мальчики красивые, молодые, развиты на уровне года или двух. За ними ухаживают. И я подумал, как тяжело это наблюдать. Какое это несчастье. Я подумал, а ведь Бог дал мне разум. Я с тех пор, это было в 94-м году, очень часто благодарю за то, что Бог дал мне просто разум. Я часто людей спрашиваю, как часто ты благодаришь Бога, что Он дал тебе разум? Это уже очень много, что Бог дал разум. Поэтому у нас есть тысячи причин, за что благодарить Бога сегодня. За то, что ты в церкви. Миллионы людей не в церкви. Неужели мы с тобой лучше? Нет, это просто Бог дал. Бог дал. Давай будем за это благодарны и принимать это все как от руки Божьей. Аминь. Давайте поднимемся на ноги. Отец, мы благодарны Тебе за Господа нашего Иисуса Христа, который согласился, потому что тоже любил. Любил, как и Ты. Ты так возлюбил мир, что отдал Сына Своего, единственного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Я благодарю Тебя, что когда-то кто-то пришел в нашу деревню и рассказал об Иисусе Христе. И уверовал мой дед Петр, потом уверовал мой отец. Я благодарю Тебя за всех тех людей, которые свидетельствуют об Иисусе повсеместно. И я благодарю Тебя, что люди веруют и верою принимают Тебя как личного своего Спасителя. Я знаю, Господь, что в этом зале большинство людей, они уверовали в первом поколении, и Ты им открылся. И у каждого своя удивительная история, удивительная дорога, как Ты впервые с ним заговорил. Я сегодня благодарю Тебя и почитаю Тебя, Господь, что Ты стучишься в наши сердца, что Ты дал нам способность слышать Тебя и открывать наше сердце. Но жизнь продолжается, Господь. Так много вызовов, так много искушений, так много сложностей, так много стрел враг посылает в наше сердце, чтобы мы засомневались, чтобы мы поколебались неверием. Господь, мы сегодня молимся о том, чтобы никто из нас не отпал от веры. Мы молимся о том, чтобы мы сегодня утвердили, что через любые обстоятельства Ты пребываешь с нами, что Ты остаешься верным и что Ты слышишь наши молитвы. Твое слово говорит, что Ты подашь нам защиту вскоре, хотя и медлишь избавлять нас, но Ты обязательно подашь нам защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Господь, я молюсь, чтобы Ты в тот самый день, когда придешь, нашел во мне веру, чтобы я Тебя не разочаровал,
чтобы я никогда Тебя не оскорбил своим неверием, чтобы никогда я не причинил Тебе боль, Господь, когда буду задавать глупые вопросы и начну сомневаться в Твоей верности и любви. Не приведи, Господь, не допусти, чтобы в нашей жизни случился этот страшный день. Не дай, Господь, чтобы из наших уст звучал ропот, недоверие, претензии, оскорбления в Твой адрес. Не дай, Господь, чтобы кто-то когда-то заподозрил Тебя в неверности и этим оскорбил Святого Духа. Господь, мы молимся сегодня, чтобы наша вера была укоренена в том, что Ты Сына Своего не пожалел, но предал Его за всех нас, как Ты с Ним не дашь нам всего. Я верую, Господь, что любящим Тебя и призванным по Твоему изволению все содействует ко благу. И я, Господь, в это слово все включаю, все, все. Абсолютно все, когда мы проходим время, и мы плачем, и мы вытираем слезы, и нам больно, или в теле, или в душе. Господь, я молюсь, чтобы ни скорбь, ни нагота, ни голод, никакие физические страдания, никакие силы не могли отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. Никогда во имя Иисуса, никогда. Никогда никакая сила не могла убедить нас, что Ты перестал нас любить, что Ты изменил свое отношение к нам. Я отказываюсь принимать это. Я молюсь, Господь, о всех людях, которым тяжело, у которых слабая вера. Я молюсь, Господь, чтобы сегодня они взирали на Тебя, взирали на апостолов, взирали на многих предшественников, которые жили в разных условиях и проходили разные обстоятельства, но они умирали в вере. Никогда вера не умирала в них. Они умирали, но умирали верующими. Господь, Твое Слово говорит, что верою некоторые угашали силу огня, заграждали пасти львам, а другие замучены были, не получив освобождения. Но это все Твои люди, это все Твои герои, это все Твоя слава, Господь. Какая бы участь от Тебя ни была определена для меня, для нас, здесь присутствующих, я прошу Тебя, мы обязательно должны прославить Тебя нашим доверием и нашим послушанием. Я благословляю каждую женщину в этом зале, каждого мужчину, Господь, через что они проходят. Через разные унижения, Господь, через разное давление в своих обстоятельствах. Господь, я молюсь, чтобы они еще крепче за Тебя вцепились. Господь, чтобы эта ситуация сблизила нас, а не разлучила. Чтобы мы еще больше Тебя любили и доверяли Тебе, несмотря ни на что. Я благословляю, Господь, каждого человека пройти это время. И в один день, Господь, Ты все-таки поднимешь солнце над нашими обстоятельствами. Взойдет солнце правды и исцеления в лучах Его. И мы выйдем и взыграем, как тельцы упитанные, говорит Твое Слово. Господь, мы благодарны Тебе за великое облако свидетелей. Мы благодарны Тебе за много доказательств того, что Ты действительно жив и что Ты действительно участвуешь в нашей жизни. Мы утверждаемся не на мудрости человеческой, но на силе Божией и доверяем Тебе всю нашу жизнь и все наши обстоятельства во имя Господа нашего Иисуса Христа. И все вместе скажем Аминь.